Сразу несколько трагических происшествий с детьми случились в крае на прошлой неделе. В Хабаровске и Комсомольске в результате падения из окон погибли дети 4 и 6 лет, а в селе Переяславка района имени Лозу утонула 10-летняя девочка. Она купалась без сопровождения взрослых. Какой бы прекрасной порой ни было лето, оно имеет свои сезонные риски для безопасности детей. Открытые дома окна так и манят малышей. Те, кто постарше, больше времени предоставлены сами себе. Погода располагает проводить дни напролет на улице в поисках развлечений и приключений. Водоемы, заброшенные здания, неохраняемые стройки, дороги, самокаты, велосипеды – все это источники опасности. Порой сами несовершеннолетние становятся угрозой для чужого имущества и становятся виновниками неприятных ситуаций. Но в соответствии с семейным законодательством родители несут ответственность за воспитание, развитие и безопасность своих детей. За неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей предусмотрены различные виды ответственности. Приглашаем к разговору нашу гостью в студию Ксения Кочеева, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот можно ли выделить самые такие сезонные происшествия летние, в которых чаще всего дети могут либо погибнуть, либо травмироваться? Ну, основное – это все-таки падение из окон. На территории края в этом году зарегистрировано 7 случаев. Из них 2 со смертельным исходом произошли вот буквально недавно, на прошлой неделе. А далее опасным является также бесконтрольное купание в водоемах. Этим летом погибло 2 детей в водоемах. Ну и также это является падение с велосипедов, самокатов, качели, город и так далее. А вот есть такое мнение, что чаще всего вот в такие сводки происшествий попадают дети из неблагополучных семей. Так ли это на самом деле? Это ошибочное мнение, поскольку факты гибели и травмирования детей, они происходят в разных семьях, в том числе и благополучных. Ну да, действительно, я рос в самой благополучной, прекрасной, замечательной семье, но я понимаю, что, слава богу, мои родители не знали половины больше того, что мы с моими друзьями творили, когда мы были детьми, поэтому смотреть нужно за всеми абсолютно. Ну вот по поводу, вот, кстати, смотреть нужно за всеми абсолютно, и все время вот падение из окон. При каких обстоятельствах это происходит? Потому что вот каждый год вот подобные новости, к сожалению, мы слышим. При разных обстоятельствах происходят данные ситуации, но все они связаны с одним – это отсутствием каких-либо запорных устройств на окнах. Кроме того, как правило, установлены москитные сетки на окнах, и у детей создается иллюзия безопасности, и в случае чего происходит трагедия. И причем не обязательно же родителю куда-то там надолго уйти. Вот достаточно ли выйти там в другую комнату, чтобы... Да, но в данном случае родители должны соблюдать тоже меры безопасности. Вот при проветривании помещения необходимо находиться рядом с ребенком. А кроме того, с ребенком нужно проводить беседы, говорить о том, что открытое окно – это опасно, о том, что москитная сетка, она не может его спасти. Кроме того, во избежание трагедии также нужно избегать случаев оставлять какие-либо предметы мебели возле окна. Ну и пользоваться, конечно, какими-то запорными устройствами. Если еще очень часто можно встретить детей у водоема и без присмотра взрослых, у нас регулярно проводят рейды. Что в этом случае специалисты делают, если видят, что дети зашли в воду? Ну, в случае, если сотрудниками МЧС проверка проводится и устанавливаются дети, которые бесконтрольно находятся на территории водоемов, им необходимо сообщить об этом в органы полиции. В случае же, если проводятся совместные рейды полиции и МЧС, то уже работу проводят сотрудники полиции, инспектор ПДН доставляет ребенка в отдел полиции, вызывает родителей, получает объяснение от родителей, ну и решает вопрос уже далее об ответственности. Вот, что касается ответственности, вот... Например, давайте начнем уже с конкретно данного вида происшествия, да, когда ребенок на воде или в воде без присмотра родителей, вот ребенка доставили в отделение полиции, родители приехали, вот здесь какая ответственность возникает? Действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Это статья 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но все случаи неоднозначны, они разные. В случае, если родителями принимаются меры к контролю поведения своего ребенка, в случае, если ребенок организован, устроен на какую-то площадку, посещает секции, в этом случае родители, ну, на первый раз могут ограничиться предупреждением. В
впоследствии уже имеется административная ответственность. То есть если контроль за поведением ребенка не осуществляется со стороны родителей, то за это предусмотрена уже ответственность. Ну а если какие-то более серьезные происшествия, которые приводят к травмированию или, не дай бог, летальному исходу, да, вот как случай выпадения из окон, да, или вот как 10-летняя девочка утонула, вот здесь какая ответственность лежит на родителях? В случае, если будет установлена ответственность, были такие факты на территории края, когда привлекались к уголовной ответственности родители при падении ребенка с окна. Угу. Это было несколько лет назад, такой факт. А всегда ли проводятся проверки или есть какие-то там исключения? В случае, если ребенок получил незначительную травму, родители не обращались в медицинскую организацию, не обращались в правоохранительные органы, соответственно, проверка проводиться не будет. Но в случае, если ребенку причинен вред здоровью, в обязательном порядке будет проводиться проверка и решаться вопрос об ответственности виновных лиц. А вот если все-таки там, например, да, выявили, что там ребенок был без присмотра, да, и вы там раз получили, да, предупреждение родителей за то, что не уследили за своим ребенком, вот в последующие разы, она, семья это как-то на учет попадает? На первый раз не попадает на учет, но в дальнейшем, да, родители могут быть привлечены к административной ответственности и, соответственно, поставлены на профилактический учет. А это как будут периодически приходить проверять или там как-то созваниваться? Ну, и проверять в том числе, да. А вообще дети с какого возраста могут находиться на улице без присмотра родителей? Действующим законодательством не установлены ограничения, с какого возраста ребенок может находиться на улице без контроля. Но в период, в летний период, ребенку запрещено с 23 часов до 6 утра находиться в общественных местах. И в период с 1 сентября по 31 мая это время с 22 часов до 6 утра. А это есть какие-то возрастные градации? Возрастных градаций нет, то есть все дети до 18 лет. Да, вот до 18. Как. Часто бывают случаи, извини, Егор, когда ребенок любого возраста до 18 становится виновником какого-то происшествия, когда страдает чужое или вот какое-то общественное имущество. Здесь кто несет ответственность, кто отвечает вот за это вот поломанное? За вред, причиненный ребенком в возрасте до 14 лет, ответственность всегда несут родители. А в возрасте ребенка от 14 до 18 лет за вред, причиненный ему, он несет ответственность самостоятельно. Но при этом, если у него отсутствует доход или отсутствует возможность загладить, скажем так, вред, то в данном случае денежные средства могут быть взысканы с родителей. Ну, то есть, если мы говорим про ответственность, это какое-то абстрактное, да, понятие, ответственность, да, то есть, если вот сломал что-то, вот родители вот это новое купят или заплатят за это, правильно? В возрасте до 14 лет, да, родители. Далее уже дети должны нести самостоятельно ответственность, но, опять же, повторюсь, если у них есть свой доход. А каким образом компенсация происходит? Это как-то через суд или как-то в другим? Да, это в судебном порядке, но, возможно, в досудебном порядке тоже урегулировать все эти вопросы. То есть, если вот, например, там мечом часто во дворе играют, вот мечом повредили автомобиль, помяли, поцарапали, то хозяин автомобиля что должен вызвать сотрудников полиции, да? Как-то зафиксировать. Да, нужно зафиксировать этот факт и попробовать решить вопрос в досудебном порядке, договориться с родителями в случае, если не пришли к консенсусу, то судебный порядок. Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях была Ксения Кочеева, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Хабаровского края.